В рамках проведения месячника по пожарной безопасности на территории городской спортивной школы прошел смотр аварийно-спасательной техники. Мероприятие проводилось совместно с 15-й пожарной частью Десногорска. Спасатели рассказали детям об устройстве необычной техники. Тут у нас сидит начальник караула. Это я! Главной машины. Водитель и также 4 бойца. Тут у нас 4 бойца сидим. Кроме знакомства с пожарной машиной, дети совместно с инструкторами поговорили о причинах возгораний, вспомнили правила пожарной безопасности и номер службы МЧС. А опытный сотрудник в защитной одежде продемонстрировал на практике возможности личного снаряжения. Эта маска предназначена для дыхательных путей в непригодной для дыхания среде, а также для спасания людей и проведения аварийно-спасательных работ. Также бойцы пожарной группы инсценировали вызов дежурной бригады на место возгорания. Провели боевое развертывание пожарного шланга и пустили воду. Главными зрителями экскурсии стали ребята от 7 до 10 лет. По мнению пожарных, знания о технике безопасности необходимо прививать как можно раньше. Прививать надо с детства, конечно, чтобы они понимали, что игра с огнем – это не детские шутки. Что за эти шутки гибнут люди, строения, сооружения, трава горит. Получается, огонь не прощает никому ничего. Знакомство школьников с работой спасательной службы проходит ежегодно. Обычно для этого организуются экскурсии в пожарно-спасательные подразделения. Но в формате выездной демонстрации мероприятие проходило в первый раз.